палат. Ну, фотография была вот этой больницы, как она выглядела до этого. Еще одно попадание, и оно сложится. От меня, вот от этой точки, где мы стоим, они метров за... показал бы нежелательно. Они от меня, у них наблюдательный пост стоит за 300 метров от меня. Там есть дальше ближе, намного ближе. Это крокодил, да, получается? Это крокодил. Там у них очень сильная позиция. Видеть надо всегда. Все время надо видеть. Противника контролировать надо в любой ситуации, в любом положении, в любом раскладе вещей. Потому что если это все дело будет пропущено, это жизнь, это потеря бдительности, это всегда жизнь. Машинка, она вроде бы и неплохая, когда луна светит, видно все хорошо, но только затянуло небо тучами, слепые полностью, как котята, видно на 30-40 метров. Хотя бы еще на всю роту нам надо, хотя бы еще два теплака. То, что эта машина видит нормально, это одно, но как только луна зашла за укрытие, то в тепловизор видно, а в этот не видно.